У нас уже, смотрите, какая красота. На полях уже люди все готовят. А я приехал порыбачить, да, на вечерний клев, друзья. Сейчас буду разгружать. Сегодня, я как смотрю, никого нет на озере. Так что буду, скорее всего, один. Сейчас буду разгружать. Машина полная, всех вещей. Все взял необходимое. Хотел бы сегодня поймать форель поймать и поймать карася. Потому что у нас в Германии люди говорят, что сколько лет живем, по 20 лет живем в Германии, ни разу карася не видели и не ловили. Здесь его очень много. По крайней мере, в том году я его ловил мешками, друзья. Вот, сейчас будем разгружаться. Я сразу удочки уже полностью уже все настроены, приготовлены и принес. Так что буду сейчас все настраивать. И будем дальше снимать. И показывать вам красоту Германии. Мартовскую красоту. Водичка немножко поднялась в этом году. Это очень хорошо, друзья. Все, две тычечки поставил. На этом озере можно только иметь две удочки. Так что настраиваемся. Сейчас хотел бы сразу закинуть на форель. Достаю с чемоданчика все. Так, это у меня... Ага. Вот, для форели мне нужна паста. Паста у нас на этом озере самая рабочая паста. Это получается сырная паста. Вот она, сырная паста. Все, сейчас на нее будем закидываться. Так, друзья, кто говорит, любит форель спиннинговать, там кто как. Я, как говорится, говорю всегда, каждый дрочит как хочет. Мне форель спиннинговать мне некогда. Мне надо заниматься еще делами, настраиваться на карася и все остальное. Сейчас закинем донную снасть на форель, и хай она сама ловится. Так, вот такая вот снасть. Передал секреты тесть. Еще из Казахстана. Такой поводок с грузом. Потом идет поводок тоже с маленьким грузом. И уже основной крючок. Так, берем пасту. Эту вкусную пасту, я бы сам ее покушал. И сворачиваем. Такой делаем хороший прям шарик прям. Погодка шикарная, люди катаются. На велосипедах кто? Кто на чем, но. А мы после работки поехали сразу рыбачить. Потому что нам интересна рыбалочка, друзья. Так. Вот так вот я полностью крючочек прячу. Делаю в форме рыбки. Небольшой такой. О! Все. Снасть готова, друзья. Быстро, красиво и эффективно. Сейчас буду закидываться. Так, пасту закрываем, не забываем, потому что выветривается. Уже потом будет неинтересная она рыбам. Так что, поехали. Так. О, вообще отличненько. На ту сторону немножко сразу подтянули и все. И оставили в покое полностью. Потому что форель, она у нас противная рыба. Любит, чтоб все по-ееному было. Так что сейчас мы настроим пищалочку. Угу. Противовес обязательно. Так как у нас снасть донная, делаем небольшой натяг.
Вот такой, в принципе, хватает. Вот такой вот натяг. Все, включаем. Здесь тормоза полностью сбрасываем. Все. Снасть сейчас должна работать. Форель когда цепляет, ей не должно ничего мешать. Если она почувствует немножко хоть сопротивление, она выплюнет. Так, поехали на карася, друзья. На карася я беру всегда свою карповую удочку. Вот такая вот у меня карбоновая шумановская удочка. В свое время стоила очень и очень дорого. Удочка на карпа. Такая вот у меня красоточка, да? И катушечка. Тоже шумана катушечка. Чисто карповая. Я люблю вот на эту удочку ловить карпа, леща. Ну, очень крупные такие. Крупные рыбы люблю ловить. Она вообще идеально, она закидывает. Ух, мама, не горюй. Сейчас буду все показывать, друзья. Тормоза здесь можно все настраивать. Просто шикардос. Шикардос. Так. Сейчас буду закидывать бойлы. Бойл у меня будет на чесноковом вкусе. Так. Вот сюда вот. Поставим. Вот так вот. На чесноковый вкус. Бойлика мы сделаем сейчас. Так, думаю, пойдет все у нас. Так, в магазине я взял вот таких вот червей. Вдруг у меня вечером проснется желание половить угря. Червей взял. Взял опарышей свеженьких, хорошеньких сейчас. И взял вот такую вот кукурузку. С добавками хочу попробовать тоже ее нанизывать. Сейчас буду использовать пуп-ап 10 мм на чесночный вкус. И буду использовать, вот передал мне один подписчик, говорит, попробуй карп дуреет, анис вкус. Она прям с водичкой, тут серьезная тема. Ага. Сейчас будем нанизывать. Смотреть. Так, корм я приготовил дома немножко, чтобы он уже был готов. И сейчас мы немножко добавим водички с озера, чтобы рыбкам было, казалось, что это именно родной этот вкус. Все, водичку всегда надо добавлять в корм именно с того водоема, в котором вы рыбачите, друзья. Так. В самом начале делаем немножко побольше водички, потому что вода возьмет в себя. Корм еще по... ну, будет по суше гораздо. Так что немножко сперва я всегда делаю побольше водички, пока занимаюсь насадками, присадками. У меня корм настаивается. Так, сегодня немножко закинем опарыши сюда. Вот так вот, да. Да, друзья. Мы закидываем их сюда и замешиваемся сразу же. Замешали немножко. Все. Опарыша, смотрите, не раз, чтобы его не раздавить. Корм должен быть вот. Встряхнул с руки, и он практически... рука у вас должна быть практически чистая. Так. Друзья,
У нас на этой удочке поклевка идет. Хорошая поклевка прям пошла. Это форель. Это форель. Это форель, друзья. Прям она вообще так осторожничает. Что-то чересчур, я смотрю. Очень чересчур осторожничает. Ну, это она. Да. Это она, родимая. Уже пошла к берегу она. Вон она. Ага. Отлично. Давай. Видите, как я вам и говорил, друзья. Донная снасть, она всегда рулит. Всегда. Вот такая вот красота форели у нас идет. Ну, посмотрите, друзья. Отличненько. Отличненько. Так. У нас опять поклевка. Дернула хорошо, прям вообще. Отличненько дернула и ушла. Отпустила. Забираем. Уже по-любому форелечка сидит. Ага. Отличненько. Пойдем. Ух! Ух, как мы! Как мы брыкаем! Ну-ка иди! Иди-ка сюда! Вот! Отличненько! Отличненько! Форелечка очень хорошая! Вот эти, друзья! Какая красавица у нас! Угу. Вот такую вот ловим! Мартовскую форель. Как приятненько. Сейчас я принесу инструментик. Мы будем распутывать. Отличненько прям. Прям вообще. Уху-ху. Вот она, паста сырная. Именно. И она сейчас у нас рулит. Вот такие вот делаю маленькие кругляшочки на снасть. Одеваем вот так вот. Делаю такой вид, как у рыбки. Капелечку такую, как будто хвостик. И все. И самое шикарнейшее. И закидываем там, где у нас солнышко. Где лучше водичка прогревается. Ой, что ж, неправильно закинулось. Это очень плохо, друзья. Чтоб не сбила она мне тесто это. Ну, в принципе, нормально. Нам надо туда, как можно дальше, друзья.
Вот. Именно в тот размерчик, в тот затончик. И ту удочку сейчас я тоже переставлю. Потому что она молчит. Я там ставил один вкус. Но он молчит, этот вкус. Сейчас будем менять. Так. Пасту сразу возьму, чтобы поменять. Раз такой вкус идет у нас, значит, надо ему пользоваться. Так. Сейчас сыра завянем. Посмотрим, как пойдет. Во. Так. Сейчас поменяем. Тут я черную ставил. Пасту. Сейчас мы поменяем. Поставим. Именно какую. Какая работает. Взял с собой. Ну ничего. Подальше ее. Туда засвиндурили. И все, чтоб там помельче у нас фарель гуляет хорошо. На той стороне. Все. Все, друзья. Так оставляем. И ждем. Ждем поклевок. Денек сегодня разыгрался. Не на шутку. Распогодило прям вообще. Солнышко прям такое. Хотел дрона взять, что-то не взял. Надо было дрона взять, запустить, показать вам здесь природу, красотень. Так. Пошла поклевка. Сбросила немножко. Сейчас посмотрим, лишь бы не выплюнула. Потому что часто форель выплевывает. Немножко вечереет уже.
полностью на меня скинула, получается. Надо попробовать. Может быть, уже и сидит рыба. Может просто леску задел. Сбило. Поклёвка. Вот только закинул. И сразу долбануло. Только закинул, сразу долбануло. Вот так вот, друзья. Ага. Красота. Красота. Сейчас, подожди. Родная. Так. Красота. Сейчас мы тебя подведем. Пока поиграйся. Только закинул. Оп. Ушла. Ага. Ну ничего. Тоже поборолась она хорошо. Пока я с сачком с этим провозюкал. Дал ей слабину. И все. Так. Есть. Уф, ты посмотри, сальтофоны какие она устраивает. Уф, хороша, хороша, хороша. Так, нам надо будет сейчас достать крючок. У нее уже темновато. Ну, так что пока сижу. Рыбалочка вроде идет, друзья. Идет.